А ты точно варпач? Да! Ну иди ко мне. Хотыш! Всем здорово, чуваки! С вами варпач, мой парень Толя. Сегодня мы будем играть... Опять с мужиками в танки играешь? Покоя мне не даете? Нет, Кать, все хорошо. Мы не играем с мужиками в танки, все нормально. Иди сюда, родная, все хорошо, мы будем играть с тобой. И сегодня мы будем играть в World of Tanks Halloween! У-ху! Я любил его. Всем привет, меня зовут Катя. Всем привет, а меня зовут Кирилл, и сегодня мы будем играть в World of Tanks на PlayStation 4. Сегодня у нас будут необычные танки, опять же повторюсь, ребята, те, кто смотрит влоги, следят за нашими событиями, знают, что я скрытый любитель танков, то есть я периодически в них играю, у меня на компьютере они стоят, у меня они стоят на телефоне, и у меня стоят они на PlayStation 4. Под Хэллоуин вышло глобальное обновление, которое стоит уйма денег, опять же, чтобы ролик был еще интереснее, мы сейчас с вами задонатим на голду, потому что я уверен, мало кто такое делает. Итого, в общей сложности у нас вышло 8448 рублей, которые мы сейчас оплатим, чтобы получить голду в игре. Спасибо, ваша покупка произведена. И он мне предлагает еще продолжить покупки. Братан, я только что всадил в тебя почти десяточку. Куда тебе? У нас голда еще не появилась, нужно будет сейчас перезайти в игру. Секундочку. One hour later. Знаете, перезаходить в игру это еще то себе удовольствие. На самом деле, Катюк, ты знала, вот пока загружаешь у нас игра, вот знаешь, на каких консолях была выпущена World of Tanks? Я думаю, на три консоли. Она угадала. Да, на три консоли, на два поколения консолей, но на три консоли выходила. Это Xbox One, Xbox 360 и PlayStation 4. Как вы видите, голда к нам уже пришла. Мы покупаем полностью пак, называется «Нашествие монстров». Купить «Нашествие монстров» за 34 500. Ребята, поставьте лайк, чтобы Катюха меня не убила. 8 царей закинь. Куда ты донатишь столько денег в свою игру? Для вас доначу. Ой, сколько нам всего дали, прям нашествие монстров и целый, знаете, открытие кейса такого, прям World of Tanks, прикольно, нам дали новый танк, дали снаряды, тут очень много всего надавали, еще Горыныча надавали, но самое главное, что меня интересует, это Кайдзю, Горыныч, Упырь. Кайдзю мне напоминает из одного фильма, я думаю, вы понимаете, о чем я, да, там вылазили Кайдзю по КД. Фильм-то как он называл? А, Тихоокеанский рубеж. Кайдзю, помнишь, из океана вылазили? Толян, смотрел это видео? Вот такие вот танки нам дали, ребята. На заднем фоне такие призраки летают, типа... Это у него типа красные глаза? Это когда ты меня выбесишь. Когда я тебя выбесу? Да, вот такие же у меня глаза. Это когда серишь, у тебя такие же глаза. Сиди такая... Из меня кайдзю лезет. Первая волна, кайдзю! Он уже не выбрал Горыныч, типа ты уже все, играй. Я говорю, если я Кайдзю или Горыныч выходить будет, то вау, первые врата Кайдзю выходит. Кстати, это стилизованная карта, город призраков, Химсельдорф, карта называется. Прям эффект какого-то фильма, да, как будто? Да, именно, знаешь, что это вот 80-х такая вот, если вы приглядитесь, да вы даже не приглядываясь можете ее заметить, такая рябь идет, то есть очень-очень классно сделана такая стилизация, это то, о чем я и говорю. Сейчас все, в основном все катаются на стандартных танках, призраках, но мы с вами люди, ох, крутые, будем кататься на крутых и дорогих танках. Ой, смотри, как они вообще клево стреляют, да? Да, это то, о чем я говорил. О, офигеть. Это у тебя, да, это у тебя классно стреляет. Ты только повыше возьми и стреляй в цель, а не в столбы. Кать, смотри. Я не понимаю, как управлять, я никогда не играла, блин, Кирилл. Кать, вот, смотри, соберись. Ты развернуться даже не можешь. Куда ты едешь мне на врагов? Он просто подставляет меня, он специально хочет, чтобы я проиграла. Ты не достанешь так врага, потому что это Горыныч, Кать. Горыныч стреляет огнем. В ближней дистанции ты уничтожишь противника, но в дальней тебе нет смысла с ним сражаться. А, он прямо сзади меня стоит, убивает. Он понял, что ты его заметила, и он сразу ушел, потому что ему придет хана. Да, я понимаю, как тяжело целиться на геймпаде, но самый-то прикол, что можно, знаете, что сделать? Вот так вот взять геймпад, да? Откинулся, короче, блин, на диванчике, сидишь, как Кирюха, играешь. Я только прицелилась, он убил меня. А ты играла крутым танком, но не по правильной тактике. В World of Tanks все-таки ценится тактика. Хоть вы можете, конечно, сесть и отдохнуть, но тактика здесь тоже нужна. Ух,
Окей, и сейчас на очереди, я так понял, у нас оборотень, да, Катюха? Живой. Хочешь оборотня попробовать, да? Да, я хочу оборотень. Давай. Press X to win. Кстати, скоро выйдет также новое обновление. В декабре, насколько я помню, выйдет новое какое-то обновление совсем-совсем скоро. Так, ты играешь у нас за оборотня. Что здесь кровь сосешь, что в жизни кровь сосешь. Ничего не отличается вообще. В смысле? Ну, женщины. Посмотри на карту и посмотри, куда надо ехать. И жопа светится, у тебя это зад. Я буду помогать ей. Представьте, что это мы вдвоем играем в кооператив, в танках. Ты уже выезжай, давай, показывай так мясо. Так видишь, они все стоят, что-то ждут, или это не наш? Это не танк, Кать. Это NPC. Просто гуляющий танк по карте. Не могу, Кать, ты блин. Гонь, да ты как? Ты не можешь управлять, ты господи. Да не умею на тех стиках управлять, это сложно. Как сложно? Я никогда в жизни не играю на этих, блин, приставках. Я поворачиваю, почему туда, он вообще не поворачивает. Он едет куда-то в бок. В смысле не едет в бок? Он у тебя не едет как машина, просто вот так вот. Он пока развернется тебе. Это ну танк. Вот, но... поэтому я не умею. Если консоль поделать, точнее, геймпад понюхаешь, там по запаху можно узнать. В смысле? Толя, она понюхала геймпад. Ты серьезно? Он очень, блин, такой прям очень легкий по сравнению с предыдущим танком. Он... Врежься в что-нибудь. Врежься. Врежься. Подожди. Да не в это, в смысле в танк. Он тут видел зелененький, да, просто разгонись и такой въедь в него. Да ёб моё. Вот, смотрите, это что ты ярость сделала, да? Да, вот так вот. Подожди, я не могу жопку. Задница сейчас горит. Сейчас покажу вам жопку. Что? Ставь лайк, если хочешь Катину жопку увидеть. Вот жопка горит, смотри. Я говорю, сейчас будет мясо. Я буду ее поддерживать морально. Я не могу от такого зрелища просто... Я перед тобой шляпу снимаю. Ребята, здесь в этом обновлении, мне кажется, играют просто какие-то профессионалы. Играть невозможно. Но, в принципе, время достаточно быстро убивается. Вернуться в ангар, да. Вот этот вот поцелуй тебе на победу. Пока ты воюешь, я буду следить за детьми и варить кашу для них. Дети! У нас нет детей. Но скелетики это реально забавно, причем они двигаются. Смотрите, когда она двигает, да, там прям чувствуется вот это вот их движение. То есть она поворачивает вот эту вот массивность такая прям. Ты смотри, откуда тебе поражение поступает, тебе видно. Так вот, здесь если ты едешь по грязи, грязь там на танк липнет. Если там по снегу, снег, там постоянно что-то происходит. Это дико круто. Знаете, как текстурка на текстурку накладывается, получается прям... Дико круто. Мне нравится. Графонистый здесь. Графонистый. Вообще, здесь смотри, вообще грязь, крутая. Все, ошметки летят. И он прям на тебя. Он сейчас таранет тебя и просто убил. Прикинь, в будущем будут говорить, да, если у тебя детей нет, будут говорить, фу, у них детей нету. Начинайте делать, я посмотрю. И на этом видео заканчивается. Продолжение можете видеть на другом сайте. Выбирай танк. Может, все-таки детей. У нас дома завелся вейпер. Вызывай священника. Срочно нужна подмога. Ну нахер. Отец. Настало время кайдзю. Так, быстро выдвигаемся. Он, кстати, у него еще КД перезарядки очень большое. Чтобы продемонстрировать вам, допустим, вот мы стреляем. И ждем 10 секунд перезарядки. Зато урона он наносит значительно больше любого другого танка. Во-во-во-во-во-во-во, вот так вот. Вот так можно попасть. Давай, давай, давай. Ну 10 секунд, это слишком долго. У меня патроны просто... Вот надо чуть выше, я так понимаю, брать. Во, смотри, 384. Офигеть. Урона просто за больше, раз ему больше... на. Это чувство, когда понимаешь, что говоришь, а камера отключена. И пока что идем ровень в ровень, да? Хотя нет, у нас осталось 4 танка, и прям я уже, так скажем, погорел почти, и меня взорвали. Сами понимаете, я думаю, вы понимаете, когда пытаешься показать, как ты стреляешь, как ты круто катаешься, у тебя это не получается, выпендриваться на камеру, короче, тяжело. Вот. Я надеюсь, друзья, вам понравилось это обновление, понравилось то, как мы вот показали его в такой необычной атмосфере, там ни хромаки, ни что, мы тут выбрали диванчик с Катюхой, Катюха, короче, тут вот Кирюха, вот, и показали вам новое обновление Хэллоуин. Если вам понравилось, ставьте палец вверх, обязательно комментируйте, пишите, что еще можно попробовать, во что, может быть, я не играл, может быть, еще какая-то игра вам... Вы хотите увидеть какую-то игру, обязательно какой пишите в комментариях. Понравился? Какой вам танк понравился больше всего? Кайчу самый крутой, кайчу топ.
Вот. И да, не забывайте подписываться также на канал. Все ссылочки, которые вам понадобятся, находятся в описании. С вами были Кирилл, Варпач и... И Катя. И всем удачи, всем пока, друзья! Пока! Yeah.